Доброе утро, друзья. Как видите, раннее утро и густой туман. Я как ежик в тумане отправился на фотоохоту. Я дошел до луга, который прям как пеленой покрыт таким голубым туманом. Были заморозки на лужах, небольшой лед. Слышите, наверное, как хрустит. Постараюсь красивый иней подснять, потому что есть в этом тоже своя красота. На траве, на растениях. Все побелело. Хотя снега нет, как в некоторых регионах. Так красиво вокруг. Казалось бы, обыденный пейзаж, а туман и иней все преобразил. Каждая травинка – произведение искусства. Хорошо, что я пошел сегодня на луг, потому что туман здесь, в низине, в поселке или в полях. Сегодня такого тумана, я думаю, не будет. Какое красивое растение, когда оно покрыто инеем. Здесь туман совсем густой.
50 метрах я не увижу, даже если там будет стоять косуля. Одна надежда, что солнце испарит этот туман, эту влагу, и видимость будет гораздо лучше. При моей последней прогулке вот эти березки, которые стоят вдали, были желтые. Сейчас уже везде листва облетела. Я дошел до луга, но здесь еще очень густой туман. Пойду по краю. На озере туман, и я не вижу, на дальнем краю озера плавает ли кто-нибудь. Там все затянуто дымкой. Вот это повезло. Во-первых, снимал дроздов, дрозды белобровики, черный попадался там тоже в кадр. И юрки, как раз те птицы, которые мне за все лето очень редко встречаются. Юрков вообще я только осенью на пролете вижу. И смотрю на том же дереве, где вот маленькие яблочки растут, из-за которых как раз эти птицы туда и слетелись. Появилась какой-то зверек. Это оказалась куница. И она тоже лакомилась этими яблочками. А птицы, кстати, совсем не улетели. Сидели на соседних ветках и устроили такой галдеж, что куница не стала даже их ловить. И по другим веточкам убежала дальше. Я просто в восторге. Давно я куниц не видел.
а туман сгустился. Солнце в дымке. Я подобрался поближе и спугнул и юрков, и белобровиков. Остались только чижики. А на небе не облачко, только луна. Это деревце очень популярное, видимо, ягодки вкусные. Или яблочки там маленькие. И снегирь прилетел. И черный дрозд, и самка черного дрозда. Все отметились. Сегодня просто какой-то удивительный день. Все, кого я очень редко встречаю, слетелись на это деревце. Только что подлетел еще один дрозд. Пока вот точно сказать не могу, это дрозд деряба или дрозд певчий. Надо будет уточнить. Но и того, и другого я встречаю очень редко. Поэтому сложности немножко с определением. Надо будет спросить у знающих людей. Например, Станислав Звягинцев. Тоже я подписан на его канал. Он хорошо разбирается. Попрошу, может, подскажет. А туман не хочет рассеиваться. Наверное, немножко все-таки пройдусь. Птичек я наснимал. Просто удивительно. Да, это было здорово. Я даже еще раз попытался, подошел чуть ближе и сделал несколько хороших снимков. Наконец-то. Так, чтобы веточки не закрывали. Я очень доволен. Сейчас еще для полного счастья какую-нибудь зверушку встретить. Куницу уже поснимал. Хожу как ежик в тумане. Пока солнце не взошло, шел и любовался инеем на растениях, на траве. А сейчас посмотрел на этот же иней, но только в контровом свете. Так красиво. Я для вас несколько снимков сделал, тоже полюбуйтесь.
Сейчас сяду где-нибудь, перекушу перед дорогой домой. Горячий суп в желудке, да, гораздо удобнее нести, чем в термосе. Еще один неожиданный подарочек. Я уже иду домой и из-за одного поворота заметил косулю. Она тоже меня видела. Но когда я замер, она из любопытства начала выходить. Это был самец с рожками, такой упитанный, красивый. Вот по этой поляне он пробежал. Несколько раз останавливался, смотрел в мою сторону. Сейчас за те деревья забежал. Там тоже небольшая полянка есть, такая узкая. Ну, с той стороны уже может в густую чащу уйти. Не знаю, будет ли слышно это на эту камеру, но были крики. На этом прекрасном моменте буду завершать сегодняшний видеоролик. Очень было приятно прогуляться сегодня. Весь иней растаял, на веточках капли от растаявшего инея и очень красиво тоже. Надеюсь, вам тоже доставила эта прогулка, виртуальная прогулка, удовольствие. До новых встреч на канале Фотоохота с Альбертом.